Вредные привычки – ерунда, о болях в суставах давно забыли. Только быстрее, выше, сильнее. Утренняя зарядка у этих спортсменов – первый обязательный пункт в режиме дня. Не пропускаете зарядки? Нет. Никогда? Никогда. А еще больше занимаюсь еще гимнастикой, суставной гимнастикой. Всем давно известно, что зарядка несет исключительно положительные эмоции. Примерно вагон хорошего настроения и неисчерпаемый заряд бодрости на весь день. Зарядки проходят каждый день в 8 часов утра. А вообще проект осуществляется совместно с Комитетом по социальной политике, дирекцией парков, с Центром физико-культурно-массовой работы и, конечно, городской центр медицинской профилактики. Существует даже график занятий. Например, с понедельника по субботу все желающие могут позаниматься утренней гимнастикой. А в среду инструкторы обучают гимнастике ушу. И так до сентября. Я прочитала, но и знала, наверное, что никакое лекарство не заменит физкультуру, то есть физические упражнения. И вот сейчас, когда я на пенсии, да, я поняла, у меня была сидячая работа, я работала экономистом. Но понимаете, это хондрозы, боли в суставах. И вот сейчас, вот когда я стала заниматься, это действительно свежий воздух, бесплатные занятия, это наш парк. Это очень много, конечно, дает. Не обязательно быть именитым спортсменом или мастером спорта для того, чтобы всегда чувствовать уверенность в собственных силах и находиться в тонусе. Достаточно немного потянуться на свежем воздухе или, например, немного потанцевать. Становись на зарядку, будьте здоровы! Илья Бельков, Евгений Павлов. Новости дня.